Ай, блин. Куда? Где выход? Ты на иди на меня, на голос. Я сзади тебя. Левее, назад, иди-ка. Давай. Все, пошли. Нет, там аквариум. За мной, сюда. Скажи мне, зачем ты на меня тыкву напялил? Это недолго продлится, просто я тут с подписчиками подарок тебе готовлю. Скоро же вот это 8 марта, поэтому я не хочу, чтобы ты лишний раз увидела то, что тебе не нужно видеть, потому что ну, это слишком грандиозный подарок. Я, честно, прям боюсь тебе его показывать. Чуть-чуть позже, на 8 марта, все узнаешь. Пошли, давай. Где ты? Сзади. Я блужу сейчас. Иди на голос. На меня. Давай вот сюда еще. Прямо правее. Да ты видишь, что ты вот это выеживаешься. Да как я буду играть-то, если на мне тыква? Все равно неудобно. Мы что можешь сделать? Мы сейчас пойдем в другую. Мы сейчас в ад пойдем. Вот в аду сможешь снять тыкву. Пошли, давай. Отличная идея просто. Ты меня, наверное, хочешь спросить, зачем мы в ад пойдем, да? Ну, не то чтобы хочу спросить, ты же знаешь, что я ад ненавижу, я туда не хочу идти. Ну зачем? Тут недавно вышла новая версия Майнкрафта. Ну, как новая, пробная версия Майнкрафта. Короче, в аду с этого момента можно сделать так, чтобы все было розовое. Просто все, идем, отправляемся прямо сейчас, в эту же секунду, да. Это единственный аргумент, который тебе нужен, чтобы в ад отправиться. Я еще даже до конца не сказал все. Да мне уже все равно, я даже без броньки прям пойду туда. Все, пойдем. Подожди, да стой, иди сюда. А еще можно там встретить маленького кабанчика и маленького вот этого нового свина-зомби, и они будут кататься друг на друге. По очереди. Вот, это... Сказали, что это очень милая и прикольная картина, поэтому, чтобы не видеть мой подарок, прям огромный такой большой... Какой? Нет, не разворачивайся, он слишком большой, огромный, длинный и массивный. Если его увидишь, то сразу испугаешься. Тебе нельзя на такое смотреть. Вот, отправляемся в ад, но перед этим... Зайди внутрь. Я тебя здесь... Здесь-то я могу тыкву снять? Ну, лучше, конечно, не надо. Стой так, я сейчас приду. Надо ее как-то отвлечь от этого подарка, чтобы она его не видела. А то если она увидит этот огромный большой дигидон, она мне сразу же прибьет этой тыквой прямо в мою тыкву, вот эту. Поэтому лучше... Чё ты там бормочешь? Анекдот подписчикам рассказывают там вот это... Ну пойдем уже скорее, я хочу на розовый ад смотреть. Сейчас, перед тем, как пойти в розовый ад, мы с тобой, Катя, должны немножко податься в химию. Берем нарост из незера, берем немножко редстоуна и морковка, вот 64 штуки. Так, что там еще надо будет, ты не помнишь? Прости, для чего? А, ну да, ты же не знаешь даже для чего. Так, и порошочек немножко возьмем. Кать! Какой порошочек? Чтобы все было розовое, чтобы все было красивое, нам с тобой нужно скрафтить зелье ночного зрения. Это мы что, как ночные мышки будем в темноте видеть, да? Ну, типа того, да. Так, пузырьки, вот это бутылочки беру, набираю водички, и мы с тобой, Катя, начинаем варить в очередной раз зелье. Заходи. Окей. Закрываем двери, чтобы никто не видел нашу тут химичечку. Пек, и нарост. Пек. Ждем, пока сделается грубое зелье. О, я помню, мы с тобой уже делали грубое зелье. Ну да, можешь пока тыкву снять. Здесь ты ничего не увидишь. Ура, то я уже спарилась в ней нафиг. Свежий воздух. Да почему получается мутное зелье, если в гугле показывает то, что получится грубое? Получается мутное. Потому что у тебя по химии тройка была. Дай золото! Не умничай, дай золото! Есть золото! А что ты за что у меня золото есть? У тебя всегда в запасе в одном кармане есть морковка, а в другом кармане есть золото. Я не угадал? Ладно. Ну, вот видишь. Верни потом. Ага, конечно. Так, делаем золотые кусочки, потом соединяем их с морковкой, и у нас, как получается, золотая морковка. Пиндюкаем сюда золотую морковку, и, по идее, сейчас должно получиться зелье ночного зрения. Так, у нас получилось ночное зрение на 3 минуты, но сейчас его нужно немножко усилить на 8 минут, для этого нужно добавить немножко редстоуна. Я хотела сказать, что нужно добавить часов туда, ну, типа, чтобы, ну, побольше времени было. У нас есть часы в доме? Химик, с тебя отстой, честно тебе скажу. А я думала, это физика. Часы же это из физики? Помолчи, пожалуйста, и надень тыкву обратно, хорошо? Хорошо, я, пожалуй, так и поступлю и пойду куда-нибудь вот сюда. 8 минут. Ну и сейчас сюда нужно добавить порошочек, чтобы у нас разбивное об землю зелье получилось. Я не знаю, как оно там называется. Короче, об землю кидаешь. Взрывное. Вот. Ля, ты смотри, знает лучше, чем я. Взрывное зелье, да.
Опа! И все готово. Ну что, Катя, я с тобой готов отправляться в ад. Пошли. Подожди. Как тебе идея в следующей серии замутить лабораторию зелий? Мне так понравилось все это химичить, туда насыпать, отсюда высыпать, сюда заливать, это туда, это взрывать. Давай. Ну, кстати, хорошая идея. Мне кажется, реально, в следующих сериях можно забабахать лабораторию зелий, и мы там будем крафтить вот прям самое необычное, что только есть, а? А что есть? А что есть? А вот это что будет, потом тебе покажу. Это пока что секрет. Все, пошли, отправляемся в ад. Заходи. Сюда наверх, наверх, наверх. Не вижу. Не стукайся башкой обратно. Ты дуримонда, ты в океан прыгнула. А я на пирсе? Ты в лодке плывешь на соседний остров, Кать, разверни назад. Привет, прямо. Сейчас, простите, как вылезти, как вот, все. Все, направо, да. Ядрить ты колотить. Ну так а что ты на меня напеливает эту тыкву, блин, нафиг? Всё, прямо налево и заходи в ад. Все, вот так, стой. Все, молодец. Сейчас я приду. Да, спасибо, конечно, подписчикам, что помогли такое построить. Лучше это Кате никогда в жизни показывать не буду. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Я иду! Очуметь просто, как я офигительно заспанился, просто прям в гасте, можно сказать. Как? Да у меня даже стрел нет, чтобы его убить. О, вот это чисто случайно получилось. Так, держи золотой шлем, напяливай. Ту тыкву надень, ту золотой шлем надень. Зачем? Кто стреляет? Побежали. Нужно найти биом там, где вот эти кабанчики бегают. Давай за мной. А, я вспомнила, они же любят золото. Да, поэтому золото надо надеть, чтобы они нас не убивали. Давай за мной. Ну что, Екатеридзе, ты готова взглянуть на ад совершенно под другим ракурсом? А там огонечек синий будет? Там будет и синий, и розовый. И как... Ой, как все ярко-то стало даже здесь! А можно, чтобы в аду всегда так светло было, а то ни черта никогда не... Кстати, да, ну тогда всегда с собой надо таскать вот эти зелья ночного зрения. Так, пошли. Если нам с тобой очень сильно повезет, мы найдем маленького кап... Ой. Так я забыл то, что их же сделали, что они начали атаковать нас! Ядрить, колотить! Так, мы же в золотом шлеме. Да, а при чем здесь кабан к золотому шлеме? Это же вот эти свинозомби нас не атакуют, а не кабаны. Ты что-то перепутала? Ой, меня подкинул, я подлетела. Так, пошли. Ты что-то, Кать, вообще перепутала? Давай. Да я еще не выучила эту главу про ад. Вот они нас не будут бить, потому что мы в золотом шлеме. Так. Здравствуйте, я в золотом шлеме. Он мимо просто прошел. Какой ты недружелюбный молодой человек. Там, кстати, спереди маленький кабанчик, если ты можешь заметить. Вот там он, видишь? Да все, они мне не нравятся больше. Пошли. Надо маленького кабанчика найти, и надо маленького свина-зомби найти и устроить аттракционы. Какие аттракционы? У них там опять какая-то... Война там опять какая-то у них сверху. Ну ладно, мы к ним присоединяться не будем. Катя, давай за мной! Побежала! Побежали отсюда нафиг. А, кабан со мной бежит. Так, если я не ошибаюсь, новой версии Майнкрафта им сделали больше предметов за торговлю. Поэтому смотри, я сейчас им сразу выкину 5 золотых слитков. Ой. И посмотрим, что он выбросит мне. Фигу с маслом, сейчас тебе выбросит. 4 нетерских кирпича выбросил. Он мне, короче, 4 эндер-жемчуга вот эти выбросил за одно золото! Подожди, а что такое незерский кирпич? Это кирпич незерский, тебе там написано! А что, а это не из этого бронька делается? Нет, не из этого бронька делается. Ну ты, блин, нафиг забери, я уже обрадовался. Кать, он мне 4 вот этих эндер-перла выбросил! Так, уже будет 3, пока. Нифига себе, реально торговля намного жестче здесь стала. Спасибо, пацантре. А пошли, Кать, другой биом отправляемся, там, где красивее. Давай за мной. А я куда-то себя телепортнула, что я не знаю где... А, вот она, я это вижу тебя, привет. Давай. Ты пехайся. Оп. Пошли. Да, блин, у меня еще и зрение закончилось. Дай зелье. Не проблема, мать, подойди. Опа, пошли. О. С
смотри, нормально. Какой сделали красивый переход. Мы сейчас находимся в этом красном биоме, и все красное. Давай медленно подойдем вот сюда. Все становится белым, белое, все белое, белое, очень белое! Офигеть! И сейчас все становится потихоньку синеньким. То есть раньше был переход прям вот такой мгновенный. Красное-синее, красное-синее. А сейчас он плавненький и красивенький. Но этот биом мы пробегаем и ищем бирюзовые. Вот там-то будет все розовое. Пошли. Подожди, а это биом полностью из песка душ? Да. Офигеть. Катюха! Вот видишь те синие деревья? Вот там все будет розовое. Тихо-тихо-тихо-тихо, все розовое, 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 розовое. Сейчас будет, все постепенно начинает становиться розовым. Ядрёна, Матрёна, ты просто посмотри, как круто это выглядит. Я там, это фиолетовый какой-то. Подойди, подойди ко мне, подойди сюда ко мне и посмотри назад. Сейчас, подожди, подожди. Посмотри назад. О, мы с тобой как будто грибочечков поели несвежих. Кстати, возможно, вот этих мы нанюхались. Это знаешь, как будто мы попали в какое-то там Алиса в Зазеркалье, что-то вот такое. Красота такая. Да, сейчас вылезет заяц, накроет тут на стол, потом шляпник. А, собака, подожди! Да, кстати, тут же добавили кучу вот этих эндерменов, и они сейчас тебя очень часто будут атаковать, поэтому надень тыкву обратно, она как раз таки помогает в таких случаях. Пошли. Так как ты меня с этой тыквой в последнее время бесишь? Я пошутил, можешь ее снять, просто не смотри на... Да ёбарасы ты! Просто на эндерменов не смотри, все. Золотой шлем надень, а не розовый! Да ёбарасы ты! Все, пошли, нам еще последнее надо найти. Надо найти маленького кабаненка и маленького вот этого свина-зомби. Посмотрите, как они катаются друг на друге. Так, давай. То есть, серьезно, мы ради этого? Серьезно, ради этого, да. И главное, чтобы ты просто не увидела, какой я тебе дома подарок готовлю. Да. Я думаю, что там все замечательно. Мне он очень сильно понравится. Да, он тебе очень сильно понравится. Ты же с любовью это делал. Все, что сделано с любовью, все то очень хорошее. Прям с такой огромной любовью я делал. Да, он огромный, да. Пошли. Так, зелье кончилось. Опа. Добавочка. И это последнее. Так, аккуратно, я надеюсь. О, я вижу мелких кабаненков. Я вижу то, что они уже дерутся между друг другом. Или что они там как делают? Всегда, как всегда, ничего странного. Он катается. Он реально катается! Двое катаются! Офигеть, я думала, это все неправда. Это как-то слишком мило, учитывая то, что свинорыл катается на кабаненке. Да хватит гасить этих кабанов! Да подожди, подожди, они же между собой враждуют. Ну почему да. Их дети катаются на детях кабанчиков? Если они реально, если у них война между друг другом. Вот это вот реально! Вот это детство, когда нет врагов, нет обид и ссор. Они дружат. А их родители воюют. Когда ты просто залазишь на кабана, и вся твоя жизнь, все твое детство удалось, да? Это так мило. Дай ему золото. Да у меня нет золота уже. В следующий раз я возьму стак золота и всем раздавать буду. Я вижу, ты очень добрая, да? Всем золото раздавать, а у нас золото не останется, да, если ты всем раздашь? Ничего страшного. Главное, чтобы детишки были счастливы. Да, ты, кстати, заметил то, что почему-то здесь они нас не атакуют? Потому что, наверное, они здесь между собой воюют, и им на нас наплевать. Ну, наверное, так и есть. Чё, может, пойдем домой тогда? У меня есть еще одна идейка. Ну, пошли. Какая? Сейчас расскажу. Ну, давай. Чё, прыгаем? Да, давай. Я уже прям жду, не дождусь, когда выйдет новая версия Майнкрафта. Вот ты прикинь, сколько всего можно будет поделать с этими кабаненками, с этими жителями. Торговаться каждую серию, золото им пихать, вот это ненужное нужно. Тыкву надень, я забыл тебе сказать, что ты тыкву надела, Кать! Это что за пеструн посреди нашего города? Кто? Стручок какой-то, дигид, это что? Это
Это как раз-таки то, что я не хотел, чтобы ты увидела. Это подарок твой на 8 марта. Это подарок? Это подарок. Да ты своей башкой думал вообще, когда это строил? Что это вообще такое? Это дигидон какой-то! Это не дигидон, давай подойдем ближе, я тебе покажу. Я не хочу туда ближе идти, мне страшно. В первую очередь, давай начнем с того, то, что не я этот дигидон строил. Это в предыдущей серии подписчики. Вот 7 подписчиков зашло, я им сказал построить Эйфелеву башню. Эйфелева башня? Да, и вот они построили Эйфелеву башню, если а что. А вам Google в помощь там не приходил? Вы картинки гуглили вообще? Ёпрысоте. Кать, это Эйфелевая башня, только я тебе не хотел ее показывать до 8 марта. Вот 8 марта наступит, я тебе хотел там ее как в подарок сделать. А вот подарок оказался вот таким. Нифига я её раскукурузила просто. Не, прям очень... Что ж, ну, в принципе, время до 8 марта есть. Я это видеть здесь не хочу, я лучше пойду в ад на свинюшках кататься. Кать, это Эйфелева башня, это не то, что ты подумала, это башня в Париже, которая стоит. Эйфелевая, Кать! Нет, нет и нет еще раз. Я не хочу этого больше видеть, извините. Вот и я подписчикам своим говорил, то, что это ни черта не Эйфелевая башня, но они меня убеждали в том, то, что это все же башня-башня. Я говорил, что это, ну, немножко на что-то другое похоже. Кать, я обещаю, я все перестрою! 8 марта наступит, я все перестрою! Ага, лучше бы мне цветочки с Рафаэлкой подарил, куда бы лучше было! Кать, это Эйфелева башня, я тебе честно говорю, она так же выглядит. Ага, ага, башня, это дигидон, огромный, башня, блин.